Угольку 3 года. Когда-то он был домашним котом. Хозяева привели его в ветклинику, когда начались проблемы с лотком. У кота диагностировали идиопатический цистит, который возникает не из-за инфекции, а из-за стресса. Уголька несколько раз приносили на лечение в ветеринарную клинику, и врач давал назначение по питанию, по лекарствам, по тому вообще, как можно улучшить жизнь кота, то есть снять какие-то стрессовые ситуации. И через некоторое время владельцы возвращались, то есть они не делали никаких усилий, то есть они не лечили кота, они не переводили его на спецкорм, то есть заболевание у него периодически возвращалось. И в последний раз это было в августе, и уже врач сказал: давайте вы не будете мучить кота, просто оставьте его у нас на стационаре, мы его вылечим и уже дальше пристроим семью, которая гораздо внимательнее отнесется к его здоровью. Уголек ласковый, упитанный черный кот с крупными зелеными глазами. В клинике он живет в стационаре, поэтому второе его прозвище — доктор Котик. Он уже помогал другим кошкам, был донором крови. Питомец вакцинирован и стерилизован. От хозяев требуется соблюдать профилактику заболеваний и давать специальный корм. Он подойдет семье уже со взрослыми детьми или без них, одиноким людям без других животных. Еще один крупный постоялец приюта – 5-летний Сеня. Попал к нам с улицы, ну, как и большинство животных, которые попадают в приют. У него спецболезни, то есть по анализам крови, которые мы делаем всем животным, у него выявился вирус иммунодефицита кошек ВИК и гембартонеллез. То есть это болезни, которые может привести к анемии крови. Они по факту никак не проявляются внешне. Единственное, что Сеня должен быть у нас единственным котом в семье. Сеня спокойный, любвеобильный и аккуратный кот. В его клетке всегда чисто и тихо. Из-за болезни контактировать с другими котами ему нельзя, поэтому он еще острее нуждается во внимании и ласке. Чтобы начать Новый год вместе с пушистым счастьем, обращайтесь по телефону +7 908 762 09 51 или пишите в группу приюта Мурдом ВКонтакте. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.